Привет, выживший! Многих интересовало, возможно ли выжить в лесу Project Zomboid с подручными материалами, построить базу, также развивать навыки, быть подверженным погодным условиям и ограниченное количество медикаментов, сколько можно протянуть и как это тяжело. Сегодня мы отправимся и узнаем, как это. Надо побольше ведер, что-нибудь воды какой-нибудь. Журналы тоже неплохо. Хорошая куртка. Какой-то у него лоб грязный. Покоцанный, видимо, или что? Это шрам, татуировка. У него и рука покусанная какая-то. Тут все нормально. Уже слышу первого. Авария. Там стройка, да, вроде бы? Ой, я хочу твою шляпу. Давайте наденем и рубашку, а то вдруг прокусит куртку. Хоть рубашка спасет. Обычная шина. Да уж, без оружия такое себе. Давай, успей. Хорошо. Ой, она такая шустренькая. Лежать. На, прям по черепушке ее. Вот у нас чипсы, пиво. Сигареты. Стаканчики мы тоже возьмем. Их можно поставить, наверное, на землю, когда дождь будет идти. И хоть что-то получить. Ой-ой-ой, подглядывает. Ух. Вот это запасы. На первую неделю я смогу нашкрябать. Лопатка, щетка для гриля. Кастрюлю берем. Блять. Ух, извиняюсь. Было весьма неожиданно. Можно тут найти рюкзачок. Скрепки, не знаю, зачем, пускай будут. Книга тоже... Ага, места уже нет. Толстовочка. Капюшоном. Они уже разбили дверьку. Времени у меня мало. Давай рюкзак, еще один хотя бы. Кроссовки. Все не то. Рюкзак прям на полу. Ну что ж, вот мы в лесу. Нашел я, ну, точнее, выбил с одного зомби я часы. Но сломал я ножик. Потом давайте изучать местность. Сразу займемся собирательством, чтобы хотя бы костерок разжечь и уже ориентироваться, где у нас будет база будущая. Опа, тут у нас что? Лук. Давайте откажемся, но это удивительно. Я не думал, что можно найти овощи. Еще ветка. Это идеально пока что все идет. Давайте кремень, камушек. Ткани у нас немножко, но на крайняк можно порвать толстовочку. Грибы, я, наверное, от них откажусь, вдруг они ядовитые. Да пока еда тем более есть, кстати, надо бы перекусить. Опять грибы. Откажусь. Когда отказываешься, больше опыта дают. Так что в какой-то ситуации это даже будет лучше, чем взять. Ого! Бревно. От него я откажусь. Я его не донесу до базы. Жаль, пилы нет. Вот пила, наверное, даже была бы лучше топора. А вот это вот уже совсем странно. Кровь. Кровь так далеко от города. Возможно, тут было совершено убийство. На месте лежит палка. Сейчас нам можно не бояться полицию. Поэтому возьмем ее.
Но мне кажется, что мы можем найти кузнечика, да. Но еще хуже, можем найти труп. Или еще хуже, зомби-маньяка. Ах, хорошая полянка. Сделаем тут привальчик. Давайте скинем все рюкзаки наши. Бревно мы нашли, можем сделать доску для розжига. Все это у нас есть. Это хорошо, и это уже меня радует. Вот до чего мы докатились. Этой сырой ночью мне придется спать тут на земле. Спокойной ночи. В ближайшем будущем жди на моем канале выпуски по выживанию в лесу. Мне лично очень интересно было бы испытать себя